Аллах приводит пример положения верующих. Когда многобожники собрались для того, чтобы навредить посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выйти своим войском против них, люди начали говорить мусульманам: они ополчились против вас, бойтесь их. Бойтесь их, ведь они собрали войско против вас. Аллах говорит, описывая верующих, сподвижников: «Фазадахум имана». Это лишь увеличило их иман. Они что, сумасшедшие были? Сегодня мы можем сказать, это нереально. Или это из нормы неестественного. Аллах говорит, «Фазадахум имана». Это увеличило их веру. И они сказали: «Хасбун Аллаху ва ни'маль вакил». Достаточно нам Аллаха, Он прекрасный покровитель. Их вера увеличилась из-за полного доверия Аллаху, из-за полного упования на Всевышнего Аллаха. Они знали, что если Аллах, субханаху ва та'аля, они доверились Ему, то Он никогда их не оставит. Как бы остальные люди не пугали их. И мы, наверное, плюс-минус переживаем сегодня подобное время. Когда нас со всех сторон пугают, что войско ополчилось против нас. И вот оно, сердца верующих, проявляется в данной ситуации. И поэтому Аллах говорит: «Фазадахум иман». Потому что они доверяют Аллаху. Их сердца, Аллах говорит, наполнились верой, увеличилась их вера. Потому что они должным образом уповают на Аллаха. Потому что они взывают на Аллаха. И поэтому их вера увеличилась. И они сказали: Аллах наш лучший покровитель. Ни мощь, ни сила, ни вооружение не является главной причиной победы.